Полиция обезвредила мужчину, державшего в заложниках посетителей магазина в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал CNN. Известно, что правоохранители приехали, чтобы задержать мужчину, который открыл огонь по родственникам во время семейной ссоры. Он ранил двух человек, а затем, когда приехала полицейская машина, попытался уйти от погони. Попал в аварию и забаррикадировался в магазине. Здание оцепили, полиция начала переговоры с подозреваемым, после чего его удалось задержать. Заложники, в том числе и дети, смогли самостоятельно выбраться из магазина. Сейчас следствие изучает обстоятельства происшествия и устанавливает личность мужчины.